Центр Московского долголетия. У вас в гостях певица, лауреат московских и международных фестивалей народной песни, авторской песни, Ирина Снегирева. И автор-исполнитель, член Союза писателей, лауреат московских и всероссийских фестивалей авторской песни, военной, казачьей и олимпийской, Александр Борода. На озере, облаки на реке, голубом дыму. Отчего, почему край мимой бросили и остались верны лишь во сне ему? Спасибо, москвичи и гости столицы! Удар блестит.